как появилась на свет программа «12 злобных зрителей». Здравствуйте и радуйтесь! MTV запускает новую программу под названием «12 злобных зрителей». Это запросто. Значит, была такая передача на американском телевидении, но я об этом на тот момент ничего не знал. Как было-то? Я в кадр попала случайно. И была редактором у всех. У Оли Шелест, у Туты Ларсон. Разве что такое новости. Анатолий что не писала. Угу. Ну вот, значит, что-то я бегу с бумажками по коридору. Навстречу Петро Шикшеев, продюсер. Да. 12 злобных зрителей. Теперь он, ну, тоже по специальности занимается, ну, в смежной профессии, занимается артистами разными. Короче, Петро говорит, да фигня какая-то. Ну что, что? Ну вот мы никак не можем найти ведущую, пытаемся запустить вот этот вот формат, который, ну, ты знаешь, you know, вот этот 12 Angry Viewers, вот это все. Я говорю, ничего не знаю, что надо. Говорит, пойди попробуй. Я говорю, ну, давай, пойду. У меня так вообще по жизни все мои какие-то знаковые вехи, они происходят вот так. Ну, что ты, господи, ну, давай. Возможно, это хорошо, это не дало мне время испугаться. Uh-huh. Я пошла, смотрю, сидят, что надо делать? Говорит, ну, вот то. Берете, смотрите клип, обсуждаете, да-да-да-да-да, бла-бла. Села, отписала, куда-то дальше побежала с этими бумажками. Я делала на тот момент еще музыкальное чтиво, это была такая программа, мы глумились над клипами, какую-то инфу сообщали. Короче, на следующий день Петя такой говорит, слушай, ну, так получилось, что по ходу мы с Борей, Боря-то, мы с Борей, тогда же так можно было говорить, потому что Борис Гурч, Зосимов, он создал такую атмосферу, что все мы люди-братья, что у нас действительно на худсовет приходила даже наша уборщица тетя Маша. И реально голосовала на клип. Да, ваш Децл, говорила она, отстой, говорила тетя Маша, и уходила. Но почему-то Децл все равно был в эфире. Короче, мы с Борей обсудили, мы решили, что ты, типа, лучше всего подходишь для этой работы. Ну и классно. Я вообще не понимала, что там происходит что-то знаковое, что это передача, которая действительно станет и для людей каким-то таким ай-кэнди, люди будут ее смотреть. Я только потом поняла. Ты помнишь группу, клип группы Кувалда «Бетономешалка»? Ну. Бетономешалка! Алкоголизм! Бетономешалка! Каннибализм! Я ставлю 5 баллов. Это гениально. Настоящий альтернативный хэви-метал. Понимаешь, вот так и надо. А вот когда такое приносили, это же реально клип, снятый на камеру, пошатываясь. Как так получалось? Это для прикола или реально вы... Ты понимаешь, как? Мы же все время людей сами к этому подталкиваем. Ребята, творите, снимайте. Вот мы вам показываем клипы, там, не знаю, группы Linkin Park или там, не знаю, Limp Bizkit. Есть, а потом еще был одно время очень модный тренд, когда вообще все клипы стали сниматься на VHS. ВХС, сори, что я выпендриваюсь. Спасибо, в противовес вот этим распрекрасным клипам Puff Daddy с миллионодолларовыми бюджетами. Все, потом пошел этот минимализм, и люди как-то вдруг резко поняли, что они могут и сами снимать. Почему нет-то? Работая на MTV.